что. Тум-тум, тудудум, тудудум, тудудум. Тум-тум, тудудум, тудудум, тудудум. Тум-тум, тудум, тудум. Тум-тум, тудум, тудум. Тум-тум. Да-да-да-да. Сначала тех, кого узнал, привет. Привет. Сегодня народу много. Привет. 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 Он так и валяется. Привет. Привет. Разминается, Антон, разминается. Новые люди. Не новые, привет. Новые, привет. Антон, привет. Антон, привет. Пум-пум-пум-пум-пум. Народец. Да. Второе упражнение. Да, я покажу, как оно должно примерно идти. То есть подтягивание круговые, схема та же самая, 4 подхода, 2 минуты отдыха, делаем на максимум. То есть вот ты подтягиваешься и переходишь себя, то есть у тебя плечо как бы вот такое вот движение делает, оба плеча. Ты должен их в синхроне делать. В идеале. То есть если есть возможность там на камеру записать, чтобы посмотреть, оно должно быть именно вот таким же. Другое вращение плеча. Вот такое упражнение. Давайте. Вокруг света за 80 дней. Для тех, кто сделал первые два упражнения, отдыхает 15 минут. Затем мы делаем последний подход в подтягивания. Будем делать узким хватом. То есть это то же самое, 4 подхода, 2 минуты отдыха, делайте узким. Когда делаете узким, ваша задача не потянуть себя, как бы, то есть согнув руки в локтях. Потому что это, скорее всего, не получится, вы дико забиты сейчас. А именно старайтесь потянуть турник вот к себе, там, к груди, к животу, чтобы локти ушли назад в спине. Тогда у вас получится делать подтягивания. И вот такие вот надо максимально высокие стараться делать. 4 подхода узким хватом. Поехали. Поймаю колесо. Ты после турника, ты отдыхаешь 15 минут. Затем идешь на брусья, делаешь разминочный подход. Ты себя постоянно замучиваешь? Отдыхаешь. Да, да, да. Выбираешься. Да. Брус, да. Сам висит. Сейчас ноги. И идешь делать на максимум. Что это? И то же самое. 4 подхода. Что это? А что это? Знаете, я ловил? Просто вот в одну сторону, в другую. Посмотрите. Снято.
Отдохни 15 минут. Для начала первый поход. 20% от максимума. И отжимания делаешь от скамейки, ноги на скамейку, либо повыше на что-нибудь. Для верха груди, чтобы было. И то же самое все. Так, а приседания не будет? Приседания не будет. Эх. Нельзя все сразу. Нельзя объять необъятное. Поэтому сядь без приседаний. На следующей неделе, если Саня будет, ты ему скажи на форуме, там напиши, я передам. Сай, хотим приседания. Отбойный молоток. Это упражнение. Отжимание ноги на возвышенности. Вот так вот выглядит. И делаем тоже 4 подхода. Каждый на максимум. Вот и 2 минуты между подходами. Последнее упражнение на сегодня. Подъемы ног. Если подъем ног слишком легко, делайте подъем до уголка и повороты влево-вправо. И так, пока не сделаете 100 повторений, отдых между подходами не важен. Важно сделать соточку. И все, тренинг закончено. Так и наш видосик на сегодня. В следующий раз будут более информативные видео, я обещаю. Очень обещаю. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. И приходите тренировать с нами нескучный сад, если вы в Москве или области. Или запускайте свою воркаут-движуху в городе. Проводите тренинги для участников стадионного воркаута. Это весело. Весело, да? Весело? Весело? Да, конечно. Весело? Весело. Весело. Довольные новые старшие. Не. Довольные новые старшие лица. Да. Вот так вот у нас все проходит. Пока. Там чувак, как который делает 163 на брусьях. Просто наведи, чтобы хорошо было. Чувак, который там... Проспал это, Москву, да? Все в близсотке как бы делают. Должны были отдыхать все там, да? Они должны были быть в Москве. Они должны были быть в Москве. Пацаны, вы что тут делаете, да? Причем все равно зарегистрировались в Москву, туда, в Лужники. Они то же самое подумали. Да, да. Лужника будет самый лучший, поехали в Люберцы. Блин, там в Лужниках сейчас нет никого, поехали. Как мы едем, а я всегда так говорю, при любой поездке говорят, да там слабый, никого сильного не будет, а там титаны какие-то. Титаны. Просто ебоны они, вообще, я не знаю, они тренируются каждый, кажется, вообще не спят. В общем, приезжаю, там мне такие, о, типа, здорово, Сань, здорово, ребяток давно не видели там. Оказалось, там девчонка из Химок, она с самого начала, как я только начинал воркаут в городе продвигать, она вместе там со мной продвигала эту движуху, помогала. Я такой, ух, ешкин кот, давно не видел, забавно вообще. Встретились ребята там, давно поугарали, с ним пообщались, говорят, там чувак 163 раза делал. 163, это просто реально очень много. 163 раза. Это очень... При том, что я... А, еще. Забыл сам главное сказать. Сегодня я проснулся со знобом, забитым носом. И у меня дико болит горло. То есть я сегодня заболел. Башка. Это было после пятницы? Это было... Да, после пятницы. Я час электричку продал в рубашечке. Опоздал. Ну, в общем... Ломил, все не проснулся. Надо ехать, смотри, окошко, а там ливень. Не травлюху вообще, говорит, ничего не выходит. Поем такие хорошие, слава богу. Макарошки перетрени. В общем, приехали, я такой, типа, о, здорово, здорово. Оказывается, там был чувак, который тренит по нашим программам. Он еще с того года, я помню, у него уровень был слабый, сейчас у него поднял. Тренит по нашим программам, смотрит видосики, то есть всех вас он знает. Он палит, да, сразу? Да, он, мы такие, я приезжаю, честно, я забыл, как он вообще выглядит. Он посмотрел меня, так смотрит и улыбается. Я такой, так, понял, он меня узнал. Я говорю, здорово, он такой, типа, здорово. Ты точно знаешь Саню? Поболтали так, типа, с ним. Он говорит, ну, он записался в ФП, после выходов и брусьев он выписался из ФП.
Ну, то есть после выходов он выписался за ФП, типа, перешел во фристайл. Он занял второе место в фристайле. И он, я такой, не спрашиваю, когда ты передумал, ну, выписаться за ФП, потому что он далеко вроде. Он такой, ну, как вас увидел тогда, я тебе круто. Как бы забавно. Вот, это знаю, круто, что еще один фанат, и который смотрит наши видео, вас всех знает. У меня вот вопрос вот такой, как мы не знали об этом соревновании сегодня. Не знаю, это все кантоны. Там вряд ли бы, наверное, вы что, сами узнали в последний раз? Я просто говорю, что поехали, посмотрели, да, что потом сюда вместе все приехали, а то мы приехали. Да. Это все проблемы. Можно же было, да, поехать туда. Мальчик в желтеньких штанишках. Оранжевый. В оранжевый. Два раза. Тихо, он 30 пытается выжить. Он сегодня не смог выжить 30-ку, и он расстроился. А, вот он пытается настроиться. Реабилитируется, да? Да, кстати, сегодня я потянулся, ну, зашли мне 34 раза, потянулся, 35 вроде бы, ну, пофиг, зачем 34. Чистыми только считали, да? Ну, там, ну как, нормально вообще считаю. Просто я-то надергать могу, и тоже 35. Не, я не надергаю. Ну, то есть, как обычно, парни потеют, ну, ничего себе. 35, 34 сделали. Мальчик в оранжевый штанишек. Зашли. На брусь я сделал. Не расстраивай. Иди сюда, расскажи нам, почему ты нас никого не позвал, чтобы мы за вас посмотрели? Я сделал нон-стопом 70. Нон-стопом я сделал больше всех, что в подтягиваниях. Мы бы могли своим ходом приехать. На брусьях. Какая разница? Да. Потому что все остальные как бы... никто не выбрался. Ни о чем. Ну там... Но мне можно было сказать. Максимум сделали 60 на брусьях. А из подтягивания... Нон-стоп и общее отдельно считается? Не, вместе, просто как бы... Ну это для себя уже чисто. Вот. 29. Здравствуйте. Один раз. У меня правая рука спадает, я не могу хватать. Ну, возьми лямочки. У меня реально спина. Начинает он отжиматься на брус. По нему вообще не скажешь, что он отжимается больше сотки. И я теперь понял, почему. Только скажет, почему. Я понял, почему. Он понял, да. То есть, ну как бы на меня, если посмотреть, если я забьюсь, ну, можно сказать, что я там делаю раз 60, там, 70. По нему и скажешь, ну, раз 40. Чего? То есть, вообще, парнишка ни о чем поедет. Можешь его? Объясни, почему. Короче. Во-первых, у парня нет негативных фаз повторения. То есть он берется и так бросает вниз, комплект на инерции и обратно. Вниз и обратно. В общем, взрывные такие. Я называю это эффект пружинки, потому что когда ты падаешь в самый низ, ты падаешь, тебя потом начинает пружинить. Отталкиваешься, да, получается? Да, тебя пружинит вверх. Это первый момент. Второй, он сделал 60. Он сделал 60 нон-стопом. И затем еще 80 по одному. То есть сделал 2 секунды отдохнул, сделал 2 секунды отдохнул, и так 80. Это заняло до хрена времени. Просто. Ну, в общем, он сделал 140 всего. Я сделал 114. Он сделал 7 выходов, я сделал 13 выходов. Ну и мы зашли 7 выходов. А мне за ними столько было? Это было много, наверное. 20, наверное, да. Есть, да, есть там минут, наверное, 20. Ты считай, свежаком делаешь. Ну, по идее, там, ну не свежаком, но свежаком. Я там уже успел отойти, там у меня руки отошли на потею. Ну, блядь, ты-то отходишь, прошел, пришел, и все, я отошел. Ну вот, считай, я понял, что по баллам я на 2 очка не отстаю от него. То есть мне надо на 2 потея сделать больше, чтобы получить первый. В общем, он потянулся 33 раза, хотя я бы не сказал, что он 33 раза. 3 последние я бы не сказал, но он гриб вот так. Ты еще не сказал всем, что ты думал сначала, что опережаешь его на 40 баллов. Да, я почему что-то в голову не взял. Я посчитал, что я это сделал на брус. Я такой, ну типа, ладно, пофиг, я на 40 баллов его перешел, я как бы уже на 14. То есть ты на брусьях не дожал, да, получается? Да. Так бы ты хоть постоял, отдохнул, сам да, как бы дальше вожжал. А тут нет, я такой, блин, проиграю. Ну, в общем, он 33, но ему засчитали 33, мне 35 не засчитали. Я засчитали, так как все, первое 7 раз. И самое забавное, я думал, ему дадут первый, мне второй. Там как бы судьи даже они не решили сделать какой-то конкурс. То есть там, допустим, есть, ну, если спорный, допустим, там, кто больше уголов проиграет, кто больше выхода сделает, там, кто больше дожмет. Ну, чтобы увидеть, кто сильнее. А тут они ничего, они, как решат судьи? Ну, он из Люберец, вручает глава Люберецкого района, я думаю, ну, он первый. Одного честь никто не делает вообще. В итоге я первый, ему дали второй. Где Куба, блядь? Вы как бы принесли, мы посадили, пофоткались. В тачке. А что не принесли? Ну, вот такой. Ну, еще какая разница? Хочешь сходить, сфоткай. Конечно, скажу, я же скажу. Сходим, сфоткаешься, и ты скинешь. Это он, я его знаю. Почему, что это не мой кубок, да? Да, хочешь кубок, возьми медальку. Еще кто-нибудь, кроме нас, отдел чисто выходы? Чисто выходы, да, отдел. Чувак, который сделал 15 выходов. А, ну вот три человека.
У меня последний был вот такой. И я такой, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Он мне говорит, у меня знаешь, что трицеп сильный. Я, если закину флаги, я выжму хоть вот отсюда. Мне вообще похер. Я даже проверял, я ускачем вот так брал, опускал вот до сюда, то есть как плоскую ждать. И выжимал себя вообще на изи. И поэтому, если у меня получилось закинуть флажки, я говорю, о, круто. Выход, все, не брал. Некоторые там через связки дожимают, но я не могу, у меня связки слабые. Я говорю, оп, пошло, сила, пошла, действие. Ну вот как-то вот так. И там очень все долго затянули. Ждали, пока приедет чертов там губернатор, да? Мэр там. Какая-то болтовня, там простилась железные яйца, вспомнил, мэр. Он говорит, типа, вы стальные, такой, типа, мышцы у вас стальные, я такой, яйца у нас стальные. Так вы нас не снимали там вообще? Будет потом где-то? В четверг выйдет, конечно. Ну, ты мне тоже где-то во вторник, понедельник обещал, что видео вышел, а оно... Ну, я оно вышло. Ну, подстебать-то надо. Поздравляю. Все, давай, счастливо. А мы потренимся. Да, мы уже тут...